Здравствуйте! На телеканале «Нефтехим Новости» в студии Ольга Цветова. Сегодня в программе мы расскажем о наиболее значимых и важных событиях. Вначале коротко о главном. Город контрастов. Здесь везде красоту делают, а наш дом оставили. Какие дома попали в программу капремонта, а какие нет? Реконструкция продолжается. Я чувствую, что будет парк прекрасный. Что вошло в первый этап строительства городского парка? Начнем наш выпуск с темы, о которой говорят почти все нижнекамцы. Это капитальный ремонт домов. Обновление жилого фонда сейчас идет полным ходом. В заветный список попадают только старые дома. Какие именно, решает департамент жилищного хозяйства совместно с управляющими компаниями. Однако далеко не все жители старых районов остаются довольны этим выбором. Почему, узнаете из нашего сюжета. В этом году на капитальный ремонт домов было выделено почти 500 000 000 рублей. Эти средства пришли не только из федерального и республиканского бюджета. Часть денег была перечислена из фонда капитального ремонта. Он формируется за счет коммунальных платежей самих горожан. Работы начались уже в апреле и ведутся на 97 объектах. Это реконструкция кровли, фасадов зданий, электролиний, а также систем горячего и холодного водоснабжения. На этот год у нас уже 52%. Выполнение идет по капитальному ремонту. Все эти работы у нас в срок до 1 сентября. Мы их закроем в этом году. Работа очень хорошо идет. Действительно, дом номер 35 по улице Тукая – просто загляденье. Здесь завершается монтаж новых балконов, производится ремонт кровли. Изменения заметны невооруженным взглядом. Фасад уже почти докрасили, стеклоблоки в подъездах заменили кирпичной кладкой, установили новые пластиковые окна. Завидовали, там делают ремонт, там делают. Она, думаю, не делает столько лет уже. На первом балконе, первый этаж, балкон нам сделали даже. Все хорошо, слава Богу. А вот в соседнем доме все не слава Богу. 50 лет дома не делали ремонт. Страшно смотреть на него. Здесь везде красоту делают, а наш дом оставили. Приходят, посмотрят, вот у вас должники. А должников разве здесь нет? Там разве нет должников? Везде должники есть. Вот у нас должники. Не будем вам делать. По словам жителей пятиэтажки, их дом постоянно исключают из программы вовсе не поэтому. Они считают, причина гораздо проще. Со стороны дороги пятиэтажку не видно, а значит и с ремонтом можно подождать. Капитальную реконструкцию нижнекамцам в очередной раз обещают в следующем году. Но в благоприятный исход ситуации жители дома уже не верят. О том, что же будет дальше и дождется ли пятиэтажка ремонта, станет известно только после Нового года. Мы же будем следить за ситуацией. Рушания Валеева, Никита Бобров, Лисан Саитова, телеканал «Нефтехим». Собственная жилплощадь – мечта практически каждого. Для многих сегодня наличие квартиры определяет действительно многое. Это и выгодное вложение денег, стабильность и, конечно же, комфорт. Компания «Нижнекамск Нефтехим» уже не раз оправдывала доверие и преданность своих работников. Ярким примером тому стала дополнительная программа жилищного строительства. Принять участие в ней могут все сотрудники компании, члены объединенной профсоюзной организации, а также работники дочерних предприятий акционерного общества. О таких условиях ипотеки можно было только мечтать. Все преимущества вы видите сейчас на своих экранах. Компания предоставляет своим сотрудникам беспроцентный целевой займ для погашения первоначального взноса в размере 277 тысяч рублей, а также выступает поручителем за работника по выдаче кредита в банке «Аверс». Расходы по страхованию жизни «Нижнекамск Нефтехим» берет на себя. Более того, каждому нефтехимику, кто стал участником дополнительной программы жилищного строительства, ежегодно предоставляется льгота по погашению части стоимости квартиры – 26 тысяч рублей. Желающих приобрести заветные метры по таким действительно сказочным условиям сегодня немало. Программа действует до конца года, так что торопитесь стать счастливыми обладателями заветных квадратных метров.
Реконструкция городского парка продолжается. Сделано уже немало. Четко видны очертания амфитеатра, зданий, а также велосипедных и пешеходных дорожек. Но главной изюминкой обещает стать мост с декоративной отделкой. Пока архитекторы не раскрывают всех подробностей, но твердо дают понять, в других городах такого нет. О том, на какой стадии строительство и сколько еще осталось, смотрите в следующем сюжете. В городском парке продолжается реконструкция. Многое уже сделано, но работа не затихает и на минуту. Совсем скоро тут появятся детские площадки, сцена, велодорожки и даже настоящий пешеходный мост с эксклюзивной отделкой. За всем этим наблюдает неприметный зритель. Пожилой мужчина пристально разглядывает новые сооружения. Парк, он до этого был как-то не совсем уютный, но сейчас я чувствую, что будет парк прекрасный. И в газете появилось предложение, название. Я назвал, предложил назвать это «Парк имени 50-летия Нижнекамска». Илья Резванов не просто зевака. Территория городского парка для него имеет большую значимость с хорошей историей. Пенсионер – один из первых основателей этого парка. Сажали, это сейчас я точно не помню, то ли в 62-м, то ли в 63-м году, после первомайской майской демонстрации, пришли все с лопатами, вот сажали эти деревья. Закладка парка была. Как рассказал Илья Резванов, он всю жизнь прожил в Нижнекамске. Более того, он 33 года проработал на публичном акционерном обществе «Нижнекамскнефтехим». Ему крайне приятно видеть, как место, которое он любит посещать, преображается. Работы впереди еще много, но в график строители укладываются. Стройку планируют закончить ровно в срок – 15 августа. Альберт Меншин, Никита Бобров, Роман Мальцев, телеканал «Нефтехим». Далее в программе новости производственного сектора. Не переключайтесь, будет интересно. Наращиваем производительную мощность. Какая работа будет проведена на заводе Бутилово-Каучука в ближайшем будущем? Высокая оперативность – залог успешной деятельности отдела по работе с потребителями и поставщиками Нижнекамскнефтехима. Значительное увеличение выработки продукции. Об этом отличном результате производственной деятельности завода Бутилово-Каучука за 5 месяцев текущего года рассказал его руководитель на совещании директорского корпуса компании «Нижнекамскнефтехим». К слову, заводу БК есть чем гордиться. 180 тысяч тонн Бутилово-Каучука ежегодно. Вот это мощность. 60% внутреннего и 15% зарубежного рынков. Именно завод Бутилово-Каучука обеспечивает четвертью прибыли все производство Нижнекамскнефтехим. В этот раз совещание проходило в расширенном составе. Кроме директоров заводов, на нем присутствовали и руководители дочерних предприятий. Первым докладчиком стал директор завода Бутилово-Каучука Ирик Аглямов. Он доложил о производственных показателях за 5 месяцев текущего года. За этот период завод увеличил объемы выпуска продукции. Растет и востребованность на мировом рынке нижнекамских галобутилкаучуков. Их с удовольствием покупают такие известные мировые шинные компании, как «Мишлен», «Гудьер» и «Пирелли». Коллектив ведет непрерывную работу и по улучшению качества продукции. На заводе Бутилово-Каучука не так давно были применены устройства, которые помогают улучшать технологические характеристики каучуков и избегать попадания посторонних включений в брикет. Хочется отметить, что среди нововведений есть и собственные разработки сотрудников акционерного общества. Сделать это автоматически. Амрон работает, в принципе, у них наработки есть, чтобы так ребята не сидели, не смотрели. Есть устройство, в принципе, они говорят, подобрали только по белым включениям, пока еще не до конца у них. Но, допустим, любого другого цвета, желтизна какая-то, серая, все четко видит. Вот они тоже нам опытную машину такую должны сделать. Но пока вот на каждой машине тоже автоматизировали, чтобы люди вручную не мучились. Тоже поршень поднимает, и человек со всех шести сторон осматривает каждый брикет. Рассмотрели на совещании и итоги работы 22 дочерних компаний «Нижнекамскнефтехима». Результаты их деятельности озвучил начальник управления по работе с дочерними компаниями Андрей Заволожин. Каждая из дочерних обществ оказывает необходимые услуги предприятию. Так, например, ремонтно-механический завод изготавливает и ремонтирует оборудование. Управление автомобильного транспорта осуществляет транспортные перевозки. Трудятся в дочерних компаниях около 6 тысяч человек. Систематизирует работу и взаимодействие наших 22 компаний, в том числе учреждений,
работу кураторов и налаживание единого центра контроля именно со стороны Нижнекамск Нефтехима за всеми процессами деятельности данных компаний. Нижнекамск Нефтехим – стремительно развивающаяся компания, поэтому задачи для предприятия и его дочерних обществ общие – повышать эффективность работы. Рушния Валеева, Рустам Калимуллин, Роман Мальцев, телеканал Нефтехим. В ассортименте выпускаемой продукции акционерного общества более 100 наименований. Высокое качество товара – залог успешного сотрудничества и партнерства. Для того, чтобы продукция Нижнекамск-Нефтехима была востребована на рынках, она должна полностью удовлетворять запросам потребителей. Для изучения и внедрения требований, предъявляемых к продукции акционерного общества, в компании существует специальный отдел. С его деятельностью познакомился и наш корреспондент Айрат Салимов. Отдел по работе с потребителями и поставщиками в компании «Нижнекамск Нефтехим» существует с 2015 года. Его сотрудники регулярно проводят мониторинг удовлетворенности потребителей товарной продукцией, а также контролируют выполнение предъявляемых требований на всех стадиях подготовки продукции к отгрузке. Они общаются с непосредственными покупателями и партнерами акционерного общества, учитывают все их замечания и пожелания. Вот наш отдел занимается сбором информации, анализом информации, организацией разборов, формированием ответов, обратной связью с потребителем, потому что не всегда то, что мы предлагаем, им их устраивает. И вот именно взаимосвязь между потребителями и нашим предприятием, нашими заводами, вот основная задача нашего отдела. Но это еще не все задачи, которые стоят перед сотрудниками отдела по работе с потребителями и поставщиками. Они регулярно участвуют в технических встречах и телефонных конференциях с компаниями-партнерами и клиентами, выезжают с проверками к поставщикам, проводят совещания, направленные на разработку мероприятий и программ по улучшению товарной продукции. Мария Ухова в отделе работает с его основания. Ведущий специалист отмечает, что на все потребности заказчика их подразделение реагирует оперативно, ведь на кону репутация всей компании. Одно из основных проблем, с которой наш отдел столкнулся, это неоднородность продукции завода Бутилова-Каучука по цвету. На заводе были внедрены ряд мероприятий, от организационных до технических. И внедрение этих мероприятий шло поэтапно. И правда, на заводе Бутилова-Каучука проведено немало работы по улучшению внешнего вида продукта. Более того, было закуплено новое оборудование и улучшены рабочие места у прессовщиков. Это значит точка контроля каждого брикета с 6 сторон. Прессовщик контролирует цвет брикета, форму и так далее. Для удобства прессовщика было установлено дополнительное освещение, зеркало, чтобы было видно брикет с тыльной стороны. И также пневмоцилиндр для удобства поднятия каждого брикета. Не секрет, что работа прессовщика очень ответственная. Перед его глазами в день проходит порядка 800 брикетов. Если на готовом продукте во время осмотра выявляется несоответствие нормам, сотрудник цеха обязан тут же его устранить. Также не так давно на заводе БК, на распределительных конвейерах, агрегатах выделения и сушки были установлены специальные сетки с отводным желобком. Их задача – не пропустить бракованный полимер. Самым важным мероприятием стала установка автоматического контроля и отбраковки крошки каучука по цвету. То есть, если полимер отличается от общей массы, в готовый брикет он не попадет. Работы по улучшению товарного вида ведутся не только на заводе БК. Сотрудники отдела по работе с потребителями и поставщиками компании «Нижнекамск Нефтехим» знают, для достижения высоких результатов необходимо учитывать потребности заказчика, так как мировой рынок принимает только те товары, которые нужны потребителю, а конкурентоспособность всегда определяется высоким качеством продукции. Айрат Салимов, Антон Гребенев, телеканал «Нефтехим». В этом месяце исполнился 31 год со дня основания лаборатории социологических и психологических исследований компании «Нижнекамск Нефтехим». Для предприятий такого уровня наличие собственной группы социологов необходимо как воздух. Специалисты по изучению души человека помогают решать многие важные вопросы, напрямую связанные с организацией рабочего процесса. Наш корреспондент лично познакомилась с сотрудниками лаборатории.
Работа с людьми требует от человека определенного набора качеств, внимательности, готовности выслушать, способности приободрить в непростой ситуации и вселить в человека определенную уверенность. Все эти черты присущи немногочисленному коллективу социологической службы компании «Нижнекамский Нефтехим». В составе отдела всего 7 человек. Все они имеют специальное образование и опыт работы. Каждому нефтехимику находят особый подход и относятся с пониманием. К нам обращаются с различными вопросами, личностными какими-то проблемами. Мы призываем к тому, чтобы люди обращались к специалистам, потому что мы иногда можем подсказать, когда надо уже обратиться к другому специалисту, так ведь, да? И призываем к тому, чтобы люди развивали психологическую грамотность, чтобы умели правильно относиться к себе, к своему окружению. Чем можем, поможем. Список направлений, которые охватывает лаборатория, довольно обширный. Взять хотя бы проведение социологических опросов. Тематика самая разнообразная. Это и удовлетворенность коллектива условиями труда, и молодежная политика, и транспортное обеспечение. На сегодняшний день наиболее актуальна жилищная тема. Если быть точнее, потребность нефтехимиков в приобретении квартир по дополнительной программе ипотечного кредитования. Данное исследование проводится с целью информирования о новых положений, внедренных у нас на предприятии. Кроме того, выявляется заинтересованность в новых работниках именно в жилье. На сегодняшний день опрошено 14 669 человек. Данные анализируются. Выводы, результаты будут предоставляться нашим руководителям. Опрошены были практически все сотрудники Нижнекамского нефтехима. Всем желающим приобрести жилье по дополнительной программе в ближайшее время предстоит пройти проверку на платежеспособность в банке «Аверс». В случае отказа дело рассмотрит специальная комиссия из представителей акционерного общества. И если сотрудник действительно на хорошем счету, на него будет оформлено поручительство от компании. Работа крайне масштабная и довольно сложная. Но социологи к такому объему информации привыкли. Через эту службу ежедневно проходит не один десяток людей. Например, при трудоустройстве в Нижнекамский нефтехим со многими работниками проводится психологическое тестирование. Существует определенный комплект методик, по которым мы тестируем. Да? Тестирование занимает где-то 2,5-3 часа. То есть мы искусственно помещаем человека в условия, где он должен показать, насколько он готов к высокой интенсивности труда в опасных условиях работы на производстве. Кроме компьютерного теста, работники проходят и индивидуальный личный опрос социологов и даже проверяются на скорость мышления. Вам необходимо за определенное время расшифровать карточки, которые представлены ниже. Приготовились? Карточка 1Т. Начали. Всего в этом году уже протестировано около 500 человек. Более 80% соответствуют требованиям производства. Остальным же были даны рекомендации по формированию психологической защищенности от профессиональных опасностей. Для нас тоже это очень даже полезно. Знать свое состояние, как ты можешь в любой ситуации оказаться. Еще одним не менее важным направлением деятельности сотрудников лаборатории можно назвать проведение аттестации персонала. Как правило, ее проходят все руководители. Проверка включает в себя не только опрос аттестуемого. Также определенные анкеты заполняют его подчиненные и коллеги. И психологическое тестирование, и сбор экспертной оценки – это мнение экспертов относительно человека, о том, какой он руководитель, какой управленец, какие его личностные качества. Мы оцениваем компетенции управленческого человека. И по большому счету человек к аттестации имеет очень большой объем информации относительно себя, для того, чтобы он уже предварительно оценил, насколько эффективно проходит его деятельность, насколько хорошо понимает его окружение, вот его работу. Все данные обработать вручную довольно сложно, поэтому в отделе решено было внедрить современную компьютерную программу. В этом году было проведено 10 исследований и опрошено порядка 7 тысяч человек. Все анкеты обрабатываются по специальной программе СПСС, которая была у нас закуплена совсем недавно. Система статистической обработки данных сегодня считается лучшей в своем роде. Это признают социологи и психологи всего мира. Пристальное внимание к каждому работнику объясняется тем, что стабильная и безопасная работа компании зависит как от деятельности всего коллектива, так и от отдельно взятого сотрудника. К сожалению, бывает такое, что из-за неготовности или морально неустойчивого состояния человека может пострадать все предприятие. В то же время успех компании зависит от удовлетворенности персоналом условиями труда. Поэтому роль социологической лаборатории в структуре компании «Нижнекамский нефтехим» очень велика. Евгения Потуржанская, Евгения Смоленкова, Роман Мальцев, телеканал «Нефтехим».
Весовой контроль. Об этой процедуре известно каждому водителю грузового автомобиля. Как правило, на посту проверяют не только содержимое, но и точный вес перевозимого продукта. Тем более это касается въезда и выезда на промышленные предприятия. В следующем сюжете мы расскажем, как устроена система весового контроля в компании «Нижнекамскнефтехим». Новый автовесовой пост ввели в эксплуатацию в компании «Нижнекамскнефтехим». С его появлением удалось решить многие проблемы. Во-первых, значительно разгрузили основные и единственные весы, обслуживающие производство первой промышленной зоны. А это экономия времени. Да еще какая! К тому же оборудован новый автовесовой пост по последнему слову техники. Машина здесь взвешивается, автоматически выдается информация приемщику, который распечатывает документ, где указывается точный вес чистого груза. А перед этим машина заезжает пустая, взвешивается, и разница показывает, сколько продукции увозится. Соответственно, сверяется с той накладной, по которой была отгрузка. Только за сутки через пост проходит более 2000 тонн продукции. Это не только все разновидности пластиков, но и каучуки. За всеми перемещениями большегрузов следит специально обученный работник. Каждому водителю у него свой индивидуальный подход. Заезжаете. Да. Остановились. Да. Шлагбаум поднимается. Выехали. Да. Потом подходите ко мне за пропуском. Давай. Хорошо? Але быстро. Ну, вот так, стой, годину. Чтобы працювать. Да. Вы меня поняли? Я тебя разумею. Понял. Вся система автоматизирована. Данные об автомобиле, о водителе, о специфике груза и его объемах отображаются на мониторе. Все довольно понятно и просто. В зоне весовой платформы установлена видеокамера. При въезде автомобиля его госномер попадает в зону видеофиксатора. Изображение передается на компьютер. Далее специальная программа автоматически заполняет карточку взвешивания. Оператору остается только зафиксировать вес. Стоит отметить, что система исключает любые способы мошенничества. Фото транспортного средства заносится в базу данных. Исключены и любые ошибки в показаниях веса. Кстати, в ближайшем будущем планируют модернизировать и первый автовесовой пост. Его построили более 10 лет назад. За это время кое-что уже успело устареть. А в связи с большой загруженностью оборудование поизносилось. О том, когда ожидать реконструкции, станет известно в ближайшем будущем. Евгения Потуржанская, Евгения Смоленкова, Айрат Салимов, Роман Мальцев, телеканал «Нефтехим». Продукция компании «Нижнекамскнефтехим» экспортируется более чем в 50 стран Европы, Америки и Юго-Восточной Азии. Большая часть доставляется потребителям по железнодорожным путям. Более 30 лет основным перевозчиком продукции компании является управление железнодорожного транспорта. Многое зависит от исправного состояния железнодорожного полотна, предназначенного для перевозки того или иного продукта. Никита Бобров продолжит. Ни много, ни мало. 68 километров железнодорожных путей находятся на территории акционерного общества. В составе технического парка подвижного состава около 2000 вагонов. Цифры внушительные. Работу управления железнодорожного транспорта переоценить невозможно. От него зависит своевременная погрузка и доставка сырья. Задача, приоритет нашей службы – это то, что значит, мы должны своевременно содержать пути, выявлять неисправности и производить своевременную замену, устранение неисправностей, чтобы обеспечить безопасность движения поездов. Большая часть продукции акционерного общества «Нижнекамскнефтехим» доставляется потребителям по железнодорожным путям. И здесь многое зависит от исправного состояния полотна. А чтобы не останавливать бесперебойную работу, управление железнодорожного транспорта тщательно и заранее планирует ремонт. Графику заменить 5 стрелочных переводов на наших железнодорожных путях, 3 переезда железнодорожных и на эстакадах где-то поменять 600 метров железнодорожного пути. Сопутствующие работы при ремонте пути включают в себя замену негодных шпал, брусьев и креплений. В этом году было принято решение заменить большую часть старых деревянных шпал на новые железобетонные общей длиной 1500 километров. Ну, намного легче в обслуживании. Потом железобетонная шпала, можно сказать, она вечная, не нужно менять ее, как деревянная. Периодичности нет, только металлические части нужно будет менять. Вот. Ну, увеличивается грузоперевозки, тоннаж.
А это значит, что своевременная доставка продукции и ее качество также улучшится. Ведь количество выпускаемой продукции в акционерном обществе растет с каждым днем, а следовательно увеличивается и ее отгрузка. Работа эта очень ответственная, география доставки весьма обширна, от Китая до Северной Америки. Только в этом полугодии было перевезено свыше 3 миллионов тонн груза. Именно поэтому требования к верхнему строению путей очень высокие. Завершение капитального ремонта намечено на конец года. Никита Бобров, Антон Гребенев, телеканал «Нефтехим». На заводе окиси этилена началась подготовка к капремонту. Сегодня этот завод можно назвать одним из ведущих в компании «Нижнекамск Нефтехим». Применение выпускаемых там продуктов очень разнообразно. Они используются как сырье для собственных производств подразделения, так и в роли сырьевых компонентов для заводов стирола и полиэфирных смол и олигомеров. Повышение качества продукции невозможно без модернизации оборудования и планового ремонта. Только при исправном состоянии всех аппаратов возможно, слаженная работа всего производства. Как продвигается подготовка к капитальному ремонту на заводе окиси этилена и что предстоит сделать, смотрите прямо сейчас. Цех 2408 – одно из важнейших подразделений не только для завода окиси этилена, но и для всего объединения. В состав цеха входят три важных объекта. Первый – это установка осушки воздуха. Именно там производится воздух КПА и технологический воздух, без которого измерительные приборы всей компании просто не смогут работать. Не менее значима и азотно-кислородная станция. Азотно-кислородная станция предназначена для выработки азота газообразного, азота жидкого, кислорода газообразного, который идет в соседний цех для получения окиси этилена. Также здесь вырабатывается аргон жидкий. Последний объект, который входит в состав цеха, это водоблок номер 3. Ремонтные работы сетей здесь не велись порядка 30 лет. Связано это с тем, что находится он в непосредственной связке с другими установками цеха, так что остановить его на ремонт не так-то просто. Именно водоблок, в состав которого входит насосная станция и три градирни, отвечает за обеспечение оборотной водой производства трех заводов второй промышленной зоны. Водоблок номер 3 требует останова. Из-за останова водоблока номер 3 останавливается автоматическая азотно-кислородная станция. В данный момент ведется монтаж временного водовода, по которому будет подаваться оборотная вода на два работающих компрессора, которые будут работать в то время, как основное производство будет остановлено для проведения ремонтных работ. По словам начальника цеха, для реализации успешных ремонтных работ будут приглашены подрядные организации. В данный момент идет подготовительная работа, оформляются документы, наряды и закупается необходимая арматура. Это порядка 21 единицы диаметром от 300 до 1000. Проработан вопрос по замене арматуры с подрядчиками. Дается ориентировочно нам двое суток рабочих на ремонт. Капитальный ремонт водоблока в цехе 2408 начнется уже в начале июля, после чего цех заработает еще с большей отдачей. Айрат Салимов, Роман Мальцев, телеканал «Нефтехим». Вы смотрели новости на телеканале «Нефтехим». Далее прогноз погоды от Анны Дочкиной. Напомню, что все программы «Нефтехим Медиа» доступны и в интернете на официальном сайте media.nknh.ru. Если же вы стали свидетелем какого-либо события или у вас есть интересная новость, позвоните нам в нашу службу новостей. Звонки принимаются по телефону 37 70 00 с 8 утра до 5 часов вечера. Я же с вами прощаюсь. Вела программу Ольга Цветова. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Немного о погоде на четверг. Студия Анна Дочкина. Здравствуйте. Как днем, так и ночью ожидается около плюс 15 градусов тепла. Ветер подует северный, скорость его будет до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба, что является нормой. Во второй половине дня геомагнитная обстановка ухудшится. Арктический антициклон усиливается, однако это не означает сильное похолодание. При малооблачной и тихой погоде сухой арктический воздух хорошо прогревается, поэтому температура только уйдет от плюс 30. Становится комфортной, летняя погода малооблачная и теплая. Ночные значения температуры понизятся до плюс 15, дневные будут тянуться к плюс 25. А на этом все. Хорошей погоды, увидимся.